Так, добрый день, я студент группы АД-192 Березовский Владислав Александрович. Показываю видео моей курсовой работы. Я сделал универсальный способ показывания телефона. Я покажу как так свой телефон, так и с помощью приложения подключения Windows и Samsung. Покажу работу своего, как то, что все функционирует. Я добавил сервомотор, RGB-ленту, датчик освещения, температуру и влажность. Показываю, что работает сервомотор. Вот, на телефоне все есть. Показываю, что работает RGB. Сейчас сервомотор немного отодвину. В другую сторону. Ладно. Датчик освещения, температура и влажность. Теперь перейдем к коду. Так же само на телефоне. Такс. Подключаю. Подключаю сервомотор. Библиотеки сервомотора, библиотеки температуры и влажности. Токен собственный, Wi-Fi, пароль. Вот сервомотор. RGB лента. Вот библиотека. Такс. Вывожу. Ну, показываю характеристики. Температуры влажности и температуры. Подключаю пятую. Это ножки 17, ой, 11. Сервомотор 2. И самое основное, цикл, которым у нас все обрабатывается. Присваиваем переменные для влажности и температуры. Выводим на экран. Устанавливаем ножки температуры и влажности, которые у нас на телефоне. Это виртуальная ножка 0 и виртуальная ножка 3. Выписываем это в другой функции. V1, V2. V1 у нас виртуальная ножка 1 сервомотора. Задержка в 15. И виртуальная ножка RGB ленты, в которой мы указываем переменные Red, Green и Blue массива. И выводим на экран. Все. Дальше не знаю, что еще рассказать. Спасибо за внимание. До свидания.